Представляю участников весовой категории до 94 килограмм. Номер один. Антон Мелешенков. Первый разряд. Номер два. Чингиз Хизриев. Второй разряд. Номер три. Станислав Мазницын. Мастер спорта. Номер четыре. Сергей Кумкин. Кандидат мастера спорта. Номер пять. Дмитрий Сенцин. Второй разряд. Номер шесть. Дмитрий Бабушкин. Первый разряд. Номер семь. Александр Марков. Второй разряд. Номер восемь. Жамал Кудаев. Мастер спорта. Номер девять. Дмитрий Лакеев. Первый разряд. Номер десять. Константин Рощупкин. Мастер спорта международного класса «Загайск Динамо». Представляю судейскую бригаду. Центральный рефери Юрий Кляцкий, международной категории. Рефери номер один Лев Иванов, международной категории. Рефери номер три Дмитрий Козлов, всероссийской категории. Thank you.
Третий подход. Номер 7. Александр Марков. Третий подход. К следующему весу готовится номер 4. Кумкин. И номер 6. Бабушкин. Без защиты. Номер 4 заявил 115 на втором подходе. Номер 4, 115. Номер 6, Дмитрий Бабушкин, первый подход. К следующему весу подходится номер 3, Лакеев. Подход неудачный. Две минуты. Бабушкин, номер 6. Второй подход. Номер 6 попросил для третьего подхода 115. Номер 6 заказал 115. А в штанге приглашается номер 9. Дмитрий Лакеев. Первый подход. К следующему весу готовится номер 1. Мелешонков. Подход неудачный. Две минуты. Номер 9, Дмитрий Лакеев, второй подход.
117, це її номер 9. Номер 9 заявил для длинного подхода 115 кг. И ассистент, установите, пожалуйста, 115. Номер 9 попросил 117 для длинного подхода. Номер 9, 118 номер 1 заказал для второго. Номер 1 заказал 118. А штабе приглашается номер 4 Сергей Кункин. Готовится номер 6 бабушки. Номер 6, Дмитрий Бабушкин. Номер 4 заказал для третьего подхода 120. Номер 4 заказал 120. К следующему весу готовится номер 9, Лакеев. Третий подход, номер 6, Бабушкин. Подход неудачный, закончился результатом 110 кг. Установите 117 кг. Номер 9, Лакеев, готовится. Номер 9, Дмитрий Лакеев, третий подход. Номер 1, Мишонков, готовится к следующему весу. А номер 9, Лакеев, закончил рывок с результатом 112. Номер 1, Мелешонков, второй подход. К следующему весу готовится номер 4, Кукин. Поступила перезарядка от Кумкина, он просит для третьего подхода 121 кг. Значит, к штабу приглашается номер 1, Антон Мелешонков, третий подход. 2 минуты на подготовку имеет участников. Thank you.
Установите 121 килограмм. А номер один Антона Ерешенко закончил блок с результатом 120 килограмм. Номер 4 Сергей Курчев, третий подход. К следующему весу готовится номер 3 Станислав Мазницын. Подход неудачный. Закончился результатом 115. Установите для штанги 140 килограмм. Номер 3. Станислав Мазницын. Первый подход. Без защиты. Вес следующий. 141 установили. Установите две штанги 145 килограмм. И 2 минуты на подготовку. Номер 3 Станислав Мазницын, второй подход. К следующему весу готовится номер 8 Жамал Кутаев. Подход неудачный. Участник имеет еще один подход. 2 минуты. Штанги приглашается номер 3 Станислав Мазницын, третий заключительный подход. К следующему весу готовится номер 8 Жамал Кутаев. Осталось 2 участника, которые еще не выходили на помост. Это Жамал Кутаев начнет с веса 150 и Константин Рощупкин с веса 150. Без защиты установите 150 килограмм. А Мазницын закончил ремонт с результатом 145.
Шамал Кудаев, первый подход. Номер 10 расщуплен, готовится к следующему весу. Установить в штанге 151 килограмм, а номер 8 заказал для второго подхода 155. А номер 10 перезаявил начальный вес на 151. Номер 10 Константин Рощупкин, первый подход. Куда он готовится к следующему весу? Подход неудачный. 2 минуты. 2 минуты на подготовку. Номер 10. Константин Рощукин. Второй подход. Следующий вес. 56. Установите 155 килограмм. Номер 156. А номер 8 заказал 160 для третьего подхода. Номер 10 Константин Рощупкин, третий подход. А все готовимся к 3-минутному перерыву.